как серьезно. Виталик, используйте какой-то подарок, чтобы раздать там детям. Какой-то самый простой вариант, да? Вы имеете в виду керамику? Керамику или что-то еще просто? Вы знаете, вот очень продаваемые вот эти, они очень легкие. И тут написано «любовь», тут написано вот «счастье». Вот такие вот. Здоровье, друзья мои. Вообще очень продаваемые, всем они. Они стоят 40 лайк. Это ручная работа, вручную делаем. Да. Ну и еще, конечно, посмотрите, вот это я их обожаю, тоже они стоят 40 лай, эти фигурки, но они необыкновенно красивые. Замечательно, нам тут нужно. Нет, не да, это как бы очень сильно. Сфотографируйся на фоне карты. Да, и хороший подарок, и не смотрите. Ну и возьмем, потом решим, да, точно, может быть, это будет. Да, потом решим, да. А парням очень другое, конечно, это их не радует. Ну, парням, да. Вы знаете, вот здесь есть это грузинский бренд, называется «Гладиатор», и вот здесь вот такие вот грузинские, эти вот эти носят браслеты. А также у меня есть там целая полка для мужчин, это ручная работа, это грузинская, и, короче, «Таймай», вот это «Запад». Запах этой бесмысленной бумаги. Дипломатом, да, это очень хорошо. Значит, такой просит 18-летние ребята. Так что точно не носит рубашки. Я поняла. Я как раз у меня в рубашке. Ну, знаете, может быть, если все пьют кофе, чай. Все пробуют. Давай я, знаешь, я буду в руках держать, чтобы рассматривать. Вещь-то попала в графон. Это очень грузинская. Если наши люди немножко все пьют, а, да, супер. Так, Димочка, немножко. Сейчас я птичку возьму, а сейчас я птичку беру. Это на Инстаграме будет реклама? Спасибо. Да, ну такое место мне отрекламировать. Смотри, если что-то рекламируется. Знаешь, что я еще... Еще ярко будет. Знаете, может быть, для мужчин будет такое. Это на самом деле молодые мужчины. Это рисунки грузинских художников, это маленькие такие постеры, вот можно такие вот. Или вот такое что-то, не знаю. Ну это Пирос Мани, это наш знаменитый грузинский художник. Это магниты. Да.